Всем добро пожаловать, с вами Терминатор, топ-геймер мира. Мы с вами продолжаем проходить Assassin's Creed Одиссею, и подходим мы уже к финалу. К финалу сюжета, миссия там, где все началось. Давайте ее выберем. Нам надо поговорить с Мерин. Также у нас есть задание из тени «Новое начало». Нам надо войти в логово культа космоса. Нам дают какую-то статуэтку, шапку, чью-то. Почему, кстати, только шапку? Но прикол в том, что тут шапку не дают. Видимо, наверное, как раз от этого сета и есть. Давайте посмотрим карту. Вот сюда нам надо двигаться, в Лаконию. Перемещаемся. У нас, кстати, на дворе ночь. Но я хочу утро. Ух ты, блин, в какую-то воду я спрыгнул, черт возьми. Подождем утро. Во, то, что надо. Утром делаются все важные дела. Тут наверняка есть охрана. Да какая охрана? Ты о чем? Спарта, твой дом. Капец, лезть. Это у меня мама там живет, что ли? Насколько я знаю, у нее дом где-то вон там вообще находится. Иве! Вякают здесь. Мы находимся в Путане. И нам надо отсюда текать. Пока мы не попали в беду. Пора в путь. Хер знает еще куда идти. Все, счастливо. Куда, блин, мне идти-то надо? Что за поганое место какое-то? Добрался, наконец-то. Мама, привет. Ты что здесь делаешь? Дитя, тебя долго не было. Брасит погиб. Нет. Деймос убила его. Что с моей дочерью? Клеон выстрелил ей в спину из лука. Но рана была легкой. Может, Деймос жива? Малака, Клеон! Я убью его! Поздно, мама. Я уже отправил змея Каиду. Моя семья.
Остался только ты. Мама, я должен сделать еще кое-что. Мне надо вернуться на гору Тайгет, где все началось. Всю жизнь я бегаю и сражаюсь. Меня преследуют воспоминания. Я так больше не могу. Я оставила свое сердце на той горе. Я хочу забыть эту ночь раз и навсегда. Я пойду с тобой. Кстати, почему она говорит, что остался только я? Если Николаус не сдох, Стентор, я его спас, Деймос, она не подохла по-любому. Все живы. Что ей не нравится? Нихера она бегает. Не то что бросит. Тот еле-еле ходил вообще. Именно здесь все изменилось. Как летит время. Кассандра! На краю света. Мать зовет свое дитя. Как мило. Кассандра, прошу! Это имя для меня ничего не значит. Мы с отцом назвали тебя так. А потом вы сбросили меня со скалы из-за пророчества? Это был культ. Я пыталась, хотела тебя спасти. Жрецы сказали, ты погибла. А мне сказали, что ты меня бросила. Кассандра, иди ко мне. Мы твоя семья. Пошли домой. Семья? Дом? Меч, вот моя семья. А мой дом на поле боя. Я обещал привести ее, мама. Но она во власти культа. Обещал привести меня к маме. Я сама сюда пришла. Может, расскажешь маме правду? Какую правду? Что я избранная. У меня особая судьба. Восстановить порядок в мире. А ты просто наемник со сломанным копьем. Да, ты избранная, но культ тебе не нужен. Мы можем уничтожить его и установить мир. Мир? И что во имя Гелиоса ты будешь делать в мирное время? Доить коз? Посмотри на себя, грозный Мистий. Ты живешь войной, как и я. Ты просто не хочешь сражаться со мной. Я хочу и всегда хотел спасти свою семью. В детстве я нашла львенка, попавшего в силки. Мой друг пошел освободить его. В тот момент я услышала рык львицы. Я видела, как львица растерзала моего друга. Даже звери всегда защищают своих детенышей. Я любила и люблю тебя. Та, кого ты любила, уже мертва. Мой путь предопределен. Ты меня не остановишь.
Кассандра, послушай. Ты моя сестра. Когда-то я не смог защитить тебя, но теперь смогу. Это принадлежало деду. Все, Кассандра. Я знаю. Алексиус, спасибо. Отлично! Новое задание, ужин в Спарте. Мы вернули Кассандру. На нашу сторону. Это здорово. Осталось только узнать, кто такая. Это призрак? Все данные собраны, теперь вы сможете раскрыть местонахождение культиста. Ты видел все сам. Будущее принадлежит нам. Да славятся старые и новые боги. Серьезно? Это она? Аспасия? У меня просто нет слов. Почему она-то? Шлем, кстати, мне не дали полубога. Почему-то? Плюс 30% урона для всех способностей. Тупо урон дает. И меч Дамокла мне дали. Дамоклов меч. Плюс 10% к общему количеству
адреналина. Йо! Что это за мощь? Ступайте в дом вашего детства, наша миссия. Мы продолжаем. Значит, проходить. Ой, мы уже здесь, прям рядышком, в 5 метрах. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Чтобы стать лучшим, мало быть сильным. Так говорят лишь слабые. Я покажу тебе, кто слаб. Ну, во всяком случае, семья в сборе. Принесу вина. Что ж, все прошло удачно? Неожиданно я вновь обрел семью. Значит, такова воля богов. Нам не дано ее познать. Думаю, это все же моя заслуга, Варнава. Мы лишь кувшины, слепленные в мастерских богов. Но кувшины так легко разбить. Помни одно! Что бы с тобой ни случилось, я рядом! Думаю, нас уже заждались на корабле. После тебя. Теперь вам доступен режим «Новая игра плюс». В этом режиме вы начнете игру сначала, сохранив большую часть прогресса. Вы не потеряете ресурсы, уровни, способности, оружие, снаряжение, а также улучшение корабля. Однако членов команды придется набирать заново. Режим «Новая игра плюс» доступен только при загрузке файла сохранения, созданного после прохождения основной кампании. Его можно выбрать в главном меню при нажатии паузы. Ну все, собственно говоря, мы прошли, можно сказать, Одиссею. Это заняло довольно очень много времени у меня, учитывая, что я старался проходить все задания. Но к заданиям я еще вернусь. Некоторые задания остались не пройдены. Мы их обязательно пройдем. Сейчас мы почтим память погибших, кто умер в этой войне. И вот это задание, видимо, как раз и есть то, где мы убьем Аспасию. Я так думаю. И нам дадут шлемак. Но давайте сначала мы почтим память погибших. Или нет, вначале мы убьем, а потом на той ноте почтим. 6933 метра. Логово культа. Вверх мы движемся. Йо-йо-йо-йо-йо, где это? Македония? А, понял, где это. Это у нас Факида. Здесь даже есть точка. Перемещаемся в храм Аполлона. Очень красивый вид. И на самом деле Одиссея очень классная игра. Мне она очень нравится. Я рад, что я играл и проходил все миссии. Но некоторые у меня остались, так что я все допройду.
добрых снов, Гелиос. Погоди-ка, а это не то место, где... где как бы у них собрания начинаются. Подожди, меня мама моя зовет. Откуда она здесь? Алексиос, все должно было быть по-другому. Много лет назад люди собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь теорию, которая могла управлять Вселенной. Теорию о том, что в мире поровну порядка и хаоса. Но... хаос завладел умами некоторых из них. Так родился культ космоса. Они повергли Грецию в пучину войны, остановить которую было твоей судьбой. Ты уничтожил культ. Я в этом не преуспел. Ты герой, но у этой победы есть своя цена. Без хаоса наступит царство порядка. Не будет ни прогресса, ни свободы. Но надежда есть. Надежда на тебя. Надежда на будущее. Нам надо исправить ошибки прошлого. Используй жезл. Верни баланс во Вселенную. Мир рассчитывает на тебя. Тебе надо снова стать героем. Так, ты все видел, да? Так красиво. Правда ведь? Что ты тут делаешь? Теперь все члены культа мертвы. Ну, почти все. Что? Это правда. Я была их лидером совсем недолго. Потом появилась твоя сестра, и цели культа изменились. Ты была заодно с ними? С культом? Правители в Греции действовали неверно. Культ хотел начать все с чистого листа. Путем разрушения, подкупа. Они развязали войну, в ней гибли люди. Мы и правда разожгли войну. Все было под контролем. До поры до времени. Тогда мне разонравились наши методы. Я думал, вы с Деймос вместе. Все оказалось сложнее. Ты ведь знаешь, ей нельзя управлять. Она захватила власть, и ее слово стало иметь больший вес, чем мое. Малака! Вы искали нас! Нет, вашу семью. Люди вроде Леонида, тебя, всегда были угрозой. Но ты приятно удивил меня. Ты не такой, как Деймос. Ты упустила меня! Я был у тебя в руках! Ты дал мне надежду. Я думала, ты поможешь мне уничтожить то, чем стал культ. И сам того не зная, ты помог. Смело с твоей стороны раскрыться. Ты знаешь, что я делаю с культистами. Я больше не могла лгать тебе. Теперь мы можем работать вместе. Мы были бы славной парой, правда? Я хочу понять, что это за пирамида? Как действует? Откуда она у культа? Я и сама пытаюсь в этом разобраться. У меня тоже нет ответов на эти вопросы.
Культ поклоняется этой пирамиде десятилетиями. Она заменила Дельфийского оракула, чьим пророчеством внемлет вся Греция. Мы используем веру людей в пантеон мертвых богов, чтобы изменить человечество ради своей выгоды. Пирамида позволяет увидеть будущее. Но не каждый может ее использовать. Только Деймос и другие твоей крови. Но ты ведь что-то видела. Не знаю почему, но видение и правда было. И о чем же? О тебе. В видении ты уничтожил пирамиду, и культ тоже. Я знаю, что будет дальше. Когда культ падет? После нас возникнет новый порядок. Власть будет в руках царя-философа. Люди начнут забывать о старых богах, и появится рациональное общество, созданное людьми и для людей. Мне нужен кто-то, кто их поведет. Но хаос, распространяемый культом, не позволит этого достичь. Так что я не буду мешать культу космоса развалиться самостоятельно. Так, Перикл знал об этом? Я хотела защитить его, потому молчала. Он бы попытался вмешаться, но он не должен был погибнуть, и это правда. Ты бывала не права, но тут поступила мудро. Ты ведь знаешь, Греция занимала все мысли Перикла, сказав, я бы погубила его. Так, и что будет теперь? Займемся главным. Создадим новую республику с единым правлением. Вот наша мечта. Пока лишь мечта. Недостижимая. Забудь все, что знаешь. Вообрази, это не демократия. Никаких склок, лишь граждане, что трудятся на общее благо. Безумие. Ничего не выйдет. Уже не вышло. Не безумие, просвещение. Со временем жители Афин поймут, что давно мечтали об этом. Даже ты. Навряд ли. Ты всегда был независимым. Хватит. Нужно, чтобы ты доверился мне. Поверь мне, мы претворим мечту в жизнь. Извини. Значит, ты доверяешь мне? Я не знаю, что со мной. Я могу объяснить. Любовь – утешение для одного. Если мы преуспеем, мы принесем радость всем. Уходи. Строй свою республику. Лидером стану не я. Нам нужен кто-то просвещенный как философ и мудрый как царь. Таких нынче немного. Я бы не справилась без тебя, Алексиус. Ты на верном пути. Я делаю то, что должно. Значит, у нас одна цель. Алексиус, у тебя много дел, дитя. Алексиус! Грядет буря. Она меня не страшит. Не могу я ее убить. Не знаю почему. Просто не могу убить Аспасию, и все. Я думал, что надо ее убить. Но не могу я ее убить. Просто у меня не поднимается рука на нее. Ух ты! Стентора мне дали. Николаус. Мирин. Деймос, Кассандра.
Смотрите, какая у меня коллекция. Из золотых и фиолетовых. Но это нормальные фиолетовые. Чудовище Аркадии. Это просто такой здоровяк. Это такой мощный дядя. Гера Черный Лев. Тоже такой нормальный. У него черные длинные волосы, мужик. Аминт Иступленная. Это просто такая тоже нормальная девушка. Она владеет огнем. Ликор. Тоже это из последователей Ареса, глава там их. Тоже такой нормальный. Здоровяк. Корок Великий Бык. Это просто машина, а не дядя. Кстати, у меня еще есть Лас Фен Ржавый Бык. Тоже золотой нормальный мужик. Все живые. Отлично, все отлично. Мне дали венец. Венец Аспасии. Это как раз идет сет полубога. Давайте посмотрим, как он выглядит. Где перчи полубога? Вот наручи полубога одеваем. Посмотрите, как классно выглядит этот сет. Это просто мощь. Офигенный сет. Но мой самый лучший. Огненный. Вот этот мне больше всего нравится сет. Вот это я где уже взял? Я вообще не знаю. Собачий череп. Погоди, а что здесь-то? А вот. Золотая статуэтка. Маленькая статуэтка из чистого золота. И для чего она мне нужна? Непонятно. Лук мне этот не нужен. И вот мы, собственно говоря, все выполнили. Весь сюжет пройден. Теперь у нас есть задание одно. Называется «Мы помним». Это у нас задание, где мы почтим память тех, кто погиб в нашем путешествии. Откуда будет ближе добежать? Отсюда? Нет, наверное, лучше отсюда. Тут всякие дома вонючие, пока все оббежишь, пока по всему пролезешь. Я думаю, отсюда надо нам перемещаться. Поехали. 500 метров. Ну, 600. Готово, мы почти добрались. У меня такие даже смешанные чувства, даже не верится, что почти кончилась Одиссея. То, что я в нее так долго играл. И что она, собственно говоря, закончилась. Давай, пошел! Но, скорее всего, через новую игру плюс можно будет сделать по Бырику игрофильм. Я над этим еще подумаю, тем более один игрофильм я делаю. Уже почти прошел игру. Осталось только все склеить и качественно озвучить диалоги. Потому что они на английском. Но это пока планы на будущее. Добрались. Ликуй, мне удалось выжить. Я дал тебе лишь одно задание, Сократ. Я верил, что ты справишься.
Я бы взялся за него и без твоего ведома. И мог бы встретить смерть, просто оглядись. Сколько людей она забрала. Так восславим их имена, тех, кто был рядом, но покинул нас. Идем же. Я не имею права судить о смерти, потому что ничего о ней не знаю. А значит, и бояться не должен. Я смерти не боюсь. Суть страха в незнании того, что смерть несет. Остается верить в то, что это знают боги. Больше всего мне, конечно, жаль Фебу. Она не заслуживала смерти. Она была такой молодой. А кто сдох-то? Феба да Боросит. Да особо больше и никто. Аспасию я не убил. Не смог. Феба. У нее не было детства. Я всегда говорил с ней как со взрослой. Потому что уважал ее. Сомнения важны, но твердость решений важнее. Спасибо, что устроил достойные проводы. Многие нашли покой в Элизии. Каждый из них заслужил вечное счастье. Среди них и наш славный Перикл. Афинине в большом долгу перед ним. Не напрасно его нарекли первым гражданином Афин. Он многое сделал для города, и притом был так скромен. А делись он тем, что его тяготит? Мы знали Перикла лишь по его поступкам, но, возможно, именно таким он и был. Война не прощает ошибок, даже Брасиду. Пусть так, но он спартанец, а значит, погиб, выполняя свой последний долг. Я мог сделать больше. Он же был другом. Главное, что ты жив. А его будут чтить как героя. Как того, кто помог мне победить Клеона. Солдаты нашли Клеона на берегу. Наверное, погиб. В бою. Не знаю. В разгар битвы сложно за чем-либо уследить. Уверен, за свои злодеяния он отправился в Тартар. А наши друзья, наконец, обрели покой. Выпьем вина. Отчего бы и нет. Что ж, теперь я точно смогу написать новую комедию. Расскажи, как Алексиус втайне от всех убил дельца. Эта сцена — венец истории. И добавь сцену любви. Могу предложить ее начало. Красота эфемерна. Запиши эти слова, Алкивиад. Что ж, за это я и выпью. За нас, переживших все тяготы бытия, и тех, кто прошел этот путь с нами. Его речь не хуже его песни. И за богов! Что ж, наставник, я думаю, что нам пора уединиться для частного урока. Для этого я выпил недостаточно вина, Алкивиад. Наполните его кубок. Да, вот когда я говорил,
кто еще умер? То, что Феба, Брасид. Про Перикла-то я совсем забыл. А он-то тоже умер. Точнее, его убили. Вонючие культисты, да? Ну что по заданиям у нас? Остались дополнения. Наследие первого клинка и судьба Атлантиды. Также есть семейное наследие. Это вроде... тоже куда-то относится. К Атлантиде, наверное, или к чему-то. И слепой царь тоже дополнение, которое я так и не выполнил. Но выполним мы его. Это была очень интересная игра. Но на этом прохождение этой игры не закончится, потому что еще есть дополнение, которое я как бы тоже планирую пройти. Также есть точки, которые мы еще не посетили. Та же Македония, например. Еще некоторые точки, которые вот здесь есть. Тот же дом предводителя, я не знаю, почему не исследовал. Вот это, вот эти точки, вот это все можно было исследовать, когда здесь я убивал Киренийскую лань, например. Это остров Рикардо Милоса, здесь тоже какое-то задание вроде есть. Или было, или я его выполнил. Я что-то уже забыл. Вроде был здесь, вроде здесь задание было. Остров Таратира, вот. Неоткрытое местоположение. Остров Кос. Вообще не посещен. Вот задание есть. Южные Спорады. А, вот. На Киосе задания есть. И эти почему-то не посещены. Хотя я все здесь посещал. Это, видимо, уже потом появились эти точки. Не знаю, почему они здесь взялись. На этой хорошей ноте мы заканчиваем сюжет данной игры. С вами был Терминатор Топ Геймер Мира. Спасибо, что смотрели некоторые видосы. Возможно, будет игрофильм по этой игре. Топовый, как обычно я умею делать. Подписывайся на канал, ставь этому видео лайк. А мы с вами, как всегда, не прощаемся.